Привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения, как бы, и, в общем, продолжение прохождения игры «Гарри Поттер и Философский камень» и PlayStation 1 версия, а именно бонусного видео после прохождения, в котором я покажу, во-первых, тайную комнату одну, которая находится за картиной. И чтобы, в общем-то, ее открыть, доступ к ней нужно найти. В общем, для этого вначале было красные бобы. Получить, в общем-то, отдать эти бобы Фреду Джорджу, брать Марона, и получить за это в итоге пароль, который откроет как раз вот доступ тут в тайную комнату, где мы получим какую-либо, в общем-то, интересную вещь. До этого мы уже открыли 3 из 4 этих вот тайных комнат, а из 3, из 3 получили, в одной получили, вот, как видно, здесь вот менюшки, слева броню для игры в квиддич, или как он называется, не знает, защитную броню, вот эту, верхнюю самую, потом метлу, нимбус, по-моему, 2000, и в третьей получили, по-моему, вот эту, край эту карточку, одну из 9 уже имеющихся у меня. И вот сейчас мы откроем как раз четвертую тайную комнату. Плюс ко всему еще так-то красные бобы и зеленые, там, и желтые, и синие, я все уже во время прохождения все нашел. Их искать, в общем-то, уже повтор не буду. Не имеет смысла. И плюс ко всему в этом же бонусном видео буду искать также оставшиеся 8 карточек. Ну и после этого будет, в общем, расскажу биографию о всех персонажах в данной игре, о всех, в общем-то, врагах, о злодеях. Вот так вот. И в том числе, ну, в конце будет, расскажу свои впечатления, полученные от прохождения данной игры. Первый раз ее прохожу. И моя субъективная геймерская оценка данной игры, первой игры из серии игр про Гарри Поттера. Так, и, в общем, мы находимся, как видно, вместе. Так, вот внизу, по-моему, были у нас Фред Джордж. Мы там как раз вот у них получили пароль, отдав им красные бобы. И оказывается, недалеко от этого места находится, в общем-то, эта тайная комната. Точнее, картина, которая закрывает проход в тайную комнату. Чтобы открыть проход, нужно нам пароль по раз получить. Здесь вот также был, в общем-то, урок, как это называется, вот этой МакГонагал, по-моему. Вот в том, в общем-то, месте, по-моему, вот с этой дверью. Так, вот заходим как раз сюда. Этот проход. Здесь мы в том числе получили вот здесь вот карточку, открыв проход, тоже вот этот тайный этот шкаф тоненький. Так, и нам нужно как раз идти вот сюда, в галерею портретов. Там, оказывается, как раз портрет находится. Он как раз является проходом в тайную эту комнату. Так, вот он, как раз портрет. Пароль, в общем-то, у нас он уже есть. Сейчас мы как раз его скажем. Бич Волка! Ура! Ты нашел его, юный Гриффиндор! Что же мы получим награду за то, что собрали все красные бобы, получили пароль. Двойной джин, модификация обычного джина. Интересно. Двойной джин. Зря я во время прохождения ее не нашел-то. Жалко, что во время прохождения я, в общем-то, эту не нашел. Эти красные бобы. Она мне, это все это мне бы пригодилось. Но я там просто мог бы и раньше найти, если бы не зашел, блин, случайно не зашел бы в тот скрытый, в общем-то, коридор, ведший уже как раз вот ведущий к сюжетной финальной миссии случайно. И уже назад мне бы смог вернуться. Хотя мог бы, наверное, сохранение перезапустить, но тогда бы приходилось, в общем-то, много чего там еще заново искать. Так что, ладно, бонусное видео все это показал. Вот как раз в этом месте, в общем-то, мы получаем тут вот как раз проходим тут тайную комнату, находим там двойной джин, модификацию обычного джина. Так, ладно, сохраним сейчас. Ну, мне тут видно, как про сохранением там уже. Первое сохранение, как раз вот я полностью игра пройдена, 95%. Тогда посмотрим еще раз. На 95% игра пройдена была. Сейчас вот перепрохожу, дособираю все, что есть.
В общем, все, это место тем самым мы нашли. Так, сейчас будем, конечно, исследовать этот замок, пытаться найти оставшиеся карточки, которые я не находил. 8 штук. Ты можешь пока как раз побегать во время записи. Так, там мы, в общем-то, так, спустимся. Ой, ладненько. Так, здесь мы, по-моему, здесь везде были. Тут проход как раз слазить пока нам вообще не стоит, этот проход идти, потому что он ведет к сюжетной миссии. Так, можем его сохранить, конечно. Погоди, сохранился, по-моему. Дай-ка наверх залезу, сохранить по-быстрому. Если буду все это исследовать. Или я сохранялся, по-моему. А, по-моему, сохранился. Черт, забыл. Давай, спускаемся. Блин. Сейчас будем все, в общем-то, исследовать. Так, по-моему, я здесь как раз вот не был, да? Большой зал-то ведь не ходил сюда. Там... Так, ну это интересно. Так. О, тоненький, кажется, я вижу. Вот еще тоненький шкафчик. Да, ведь там мы как раз найдем еще карточку. Да, открывается, значит, там мы найдем точно. О, вот и карточка, даже ничего не надо. Если же и желтые бобы, оказывается, были. Но я уже все нашел, так что... Ну, поберем так вот. Так, берем карточку. 10-ю уже по счету. Посмотрим, естественно. Салазар Слизерин. Так, а что, у меня карточка-то не посмотрелась? Ну, отлично. Салазар Слизерин. Дата рождения неизвестна. Основатель школы Хогвартс. В его честь назван один из 4 факультетов. Так, все, значит, да. Ладно. Еще, наверное, нашли. Будем дальше искать. Возможно, конечно, еще и карточки находил, в том числе не находил. Нет, ну, думаю, нет. Где-то еще наверху, наверное, не карточки надо будет потом поискать. Ну ладно, мы это попозже поищем. Так, теперь отсюда, в общем-то, уходим. Дальше продолжим искать следующие карточки. Так, по счету у нас уже их, теперь 10 штук. Осталось 7 найти. Ищем такие же шкафы тоненькие. Так, ну туда не ходили. Там еще дверь есть. Здесь какой-то он, какая-то дверь. Так, ну это толстенный шкаф. Так-ка сохранимся. Еще раз. Почаще будет сохраняться. Так, второй, в общем, второй слот будет только перезаписывать. Пока скажу. Так, входной зал. Это у нас куда ведет? Потом эти два крайних осмотрим. Но, в общем, у нас, в общем-то, еще есть что осмотреть. Так, погоди-ка. Ага. Кажется, догадываюсь теперь. Ну да, так, погоди, мы здесь как раз были. Здесь, может, еще наверху где-то, блин, карточки. Есть, блин. Да, блин, значит, надо будет еще много еще всяких залов смотреть. Где я мог наверху еще карточки не заметить. Ну, если что, у меня там одно есть видео. Спидраном 100% пройдено, в общем, не секрет эти найдены. Если что, пока сам постараюсь, конечно, найти, потом воспользуюсь помощью этого видео. Так, ладно. Назад возвращаемся. Там у нас еще две крайние, в общем-то, есть двери. Слева и справа. Туда можно зайти. Так, так, так. Шкафчики, шкафчики. Пойду пока сюда. Так, это у нас толстенные. Так, а здесь что у нас? Галерея какая-то. Так, в случае мне... Ага, здесь ничего-то нету. Наверху, наверху-то ничего нету. Никаких шкафчиков. Ничего. Кстати, он не может вообще использовать магию. Сохранится, блин. Да, 7 еще. 7. Где-то наверху, значит, там наверху, блин, смотреть постоянно надо. Он вообще, по-моему, магию-то использовать не может. На другую сторону, я просто догадываюсь, что там может быть.
Где же еще? О, погоди-ка. Неужели это тоненький? Так, вот здесь еще, может, тоненький, да? Во, и здесь еще есть. Значит, еще одну должны карточку найти. Помоги, Гарри! Какой-то ученик Слизерин поднял в воздух всех моих шоколадных жаб, тыквы и котелки. Помоги мне опустить их обратно с помощью заклинания джин. Где? Блин, да. Блин, да. Блин. Блин, нет. Целиться я не могу. Как надо вообще попасть? Надо? Блин, сколько всего надо попасть? А, блин. А сколько он всего надо попасть? Блин. Блин, время. Чего? Слишком, наверное, сложно будет. О, Гарри, тебе не удалось обратно опустить все предметы. Хочешь попробовать еще? Давай еще раз. Помоги, Гарри, Помоги мне. Так, давай, блин, ух, сложно-то. Блин. Да, блин. А, блин. Блин. Да блин, попасть по всем. Да блин. Да блин. Блин. Да ёп, все. Да блин, давай жаба. Есть. Фух. Спасибо, Гарри. Вот, возьми эту карточку известных ведьм и магов. Так, посмотрим очередную карточку. По счету уже будет 11-я. Корнелия Агриппа, 1486. 1535. Известный маг, заключенный маглами в тюрьму. Все. Ладно. Спасибо за информацию. Так. Так, 11, да. Осталось еще 6 карточек. Ладненько. Так, мы... Так, это мы открыли, значит, идем пока сюда. Здесь, по-моему, ничего-то нету. Я точно помню. Значит, в общем, я... Ну да, здесь мы, по-моему, больше-то ничего не открывали. Точнее, здесь ничего нету. Смотрите-то. Может, вверху где-то еще карточки? В общем, как-то осталось еще 6 найти. Вот. Так, где их искать? 6? Давай, лезь. Так, здесь осторожно, что надо... Тихо-тихо. Блин. Так, нет, как тут. Дай как это допрыгну, так попробуй допрыгну, во. К нему лезть не буду. Но там явно ничего следовать нельзя. Точнее, не, нет, не, ничего смысла. Нет смысла. Наверху так-то нет ничего. Если он магию ты использовать не можешь, значит, явно. Значит, где-то в другом месте. Да, где еще искать карточки-то? Я не понимаю, где еще. По-моему, так-то я бы уже не... Больше ничего не пропустилось. Входной зал. Или, может, где-то еще я пропустил что-то? Так, посмотрю еще раз. Так.
11 карточек. Здесь он магию не может использовать. Где-то еще, значит, наверху, где-то, может, в это... За пределами замка этого, может, что там я... Похоже, вот места надо поискать, как вот в одном месте будет, где наверху карточку я находил. Где-то еще наверху должен быть карточка, думаю, быть. Или, может, в том числе в этих вот местах, когда там... Так, дай-ка я кое-что проверим. Так, а здесь я там... Конечно, в этих вот... Конечно, я думаю... Возможно-то... Так, нет, не здесь. Погоди-ка. А я здесь, по-моему, карточку-то доставал. А, ну да, однако. Она все равно открывает проход этот. Где-то вот наверху, интересно, может быть. Только надо понять еще где вот. Капут драконец! Возможно, там, где мы научились летать. Может, там какие-то карточки есть. Так, здесь вообще смотреть наверх, наверх смотреть не могу. Так что я здесь и не найду их, наверное, нигде. Надо бы, конечно, попробовать зайти в те комнаты, где полетать можно. Проверить там. Так, где именно конкретно это было? Там, что ли? Дай-ка проверю, здесь, может? И снаружи, по-моему, там была одна комната. А вдруг там? Дай-ка, в общем, зайду туда. Проверю-ка. Так, во. Так, зайти можно? Наверху там не может быть каких-нибудь. Там, хотя там могут только же бобы быть. И где мы еще могли вот... А, это опять ты, Поттер. У меня есть... Итак, ты... Блин. А, там Боб, оказывается, был. Но здесь как бы не нужный какой-то. Вон Боб был. Да, но здесь, по-моему, нет никаких это... Карточек-то. А смысла здесь, не думаю, нету. А, деть бабочку можно собрать. Ну да, я знаю. И мы можем получить карточку за это. За это, блин. Я уже не успею. Сконцентрируйся, Гарри, и постарайся. Так, да, блин, я хотел... Ладно, надо еще пару раз попробовать. Что-то я, кажется, вышел. Так, давай еще раз. Мы, если соберем еще раз... В общем, соберем все, что надо, просто получим карточку за это. Дополнительное какое-то. А, это опять ты, Поттер. Вижу, ты вернулся, чтобы потренироваться. У меня есть для тебя особое задание. На внутренний двор улетели любимые мотыльки Хагрида. Если поспешишь, ты сможешь их всех поймать. Итак, ты готов, Гарри? Вперед! Так. Так. Блин, где? Так, последняя. О. Есть. Молодец, мистер Поттер, ты поймал всех мотыльков. Хагрид будет доволен. За такие заслуги перед школой я награждаю Гриффиндор 10 очками. И чё, всё? Больше ничего? Наверное, там одно и то же будет повторяться, да? Да я думал, с карточку им даст. Ну, вдруг... Ага, что ж тебе? Боб, конечно, собрал, но все, больше. И 10 очков Гриффиндор. Ну, может так ты... Ай, да. Где еще может быть карточки? Где-то вот наверху вот. Ладно, видимо, придется все-таки воспользоваться, потому что это снаружи этого дворца, в общем, замка этого Хогвартса, я там все обыскал. И все, что мог, там все карточки подобрал. Так, у меня осталось вот 6 карточек найти. Только где их искать? В общем, не знаю. Почему у меня здесь, конечно, вот слева карточка не помечается. По-моему, я так-то ее подобрал, ту карточку открыл.
то, в общем, проход, в общем-то, я открывал в итоге. Это точно помню. Ничего. Так-то посмотреть, уровни все пройдены, все пароли получены. И все эти проходы, по-моему, я открывал так-то. Или нет? Неужели какой-то пропустить мог? Ну ладно, в общем. Пока, в общем-то, в общем, это на этом видео пока что. Конечно, бонусное видео, в общем, это продолжается. Когда, в общем-то, я дойду до места, где найду, в общем, эту карточку, мы продолжим. Поехали, приходим к следующему интересному моменту в бонусном видео по игре Гарри Поттер и Философский камень. PlayStation 1 версия. Поехали дальше. Итак, в общем-то, всем привет. С вами я снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале Хардкорное прохождение с Михаилом Металлик. Это у нас продолжение прохождения, ну, точнее, продолжение прохождения Гарри Поттера и Философский камень PlayStation 1 версия. А именно бонусное видео, которым показываю оставшиеся там пропущенные карточки. Всего мне осталось еще 6 штук найти. Так, и как раз вот я как, в общем, догадался и вспомнил, где я пропустил еще 2 карточки. В подвале мы находимся. Там, по-моему, как раз мы искали эти, по-моему, в том числе из этих светлячков, по-моему, ведь. Или нет? В общем, которым мы лазили после уроков этих... после уроков этого... как это мы звали-то, Снега и этого, Квирла, помнится. Там, в общем, уничтожали какие-то заклятия, в виде этих, там, таких круглых глаз, разных цветов, где там, даже немножко подзабыл, конечно, место. Где мы цветочку, по-моему, тоже искали. А вот здесь как раз мы уже были, это, что-то осматривали. Надеюсь, в моем подвале вскоре все успокоится. От этого шума у меня разболелась голова. Так, ладно. Так, и в общем, нам нужно будет сейчас... Так, пока идем дальше. Сейчас мы скоро доберемся до этого места, думаю. А, вот как раз это место. Да-да-да-да, вот оно. Там нужно... Так, вот как раз кабинет этого Снега, кабинет Сквирла с другой стороны. Был. Ну, был, точнее, пока он еще есть. И вот нам нужно в центр идти. Вот как раз вот коридор. Там как раз вот... Один краса, я там уже одну карточку получил. Но вот там, оказывается, еще есть 2 карточки, которые я пропустил. Так, ладно, сейчас мы так сюда запрыгнем. Так, а давай-ка. Вердимилиус! Так, да. Быстренько запрыгиваем. Вот так вот. Вот сюда уже запрыгнуть будет. И вот, по-моему, здесь у нас, оказывается, есть еще, кроме одного. Прохода тайного. Кроме одного прохода тайного, также есть и другие 2 прохода, которые я пропустил. Вот как раз вот наверху один и, по-моему, вот этот еще. Я их даже не заметил тогда. Просто не знал, что все эти шкафчики нужно обыскивать. Там у нас наверху один, в общем-то, есть шкафчик, который я уже открывал. Еще раз покажу вам. По-быстренько мы сейчас залезем туда. Вот он, этот шкафчик. Мы как раз открывали, и там получали карточку. Он сейчас не откроется. Потому что уже мы из него открывали проход. Вот он. Можем смотреть даже. Тоненький шкафчик. Тоньше, чем остальные с книгами. Мы его уже открывали. А вот остальные проходы... Там есть еще остальные проходы, оказывается. Которые я не открывал. И когда, в общем-то, я там в этом подвале... Как раз мы здесь, когда в прошлый раз лазили... Я в итоге шкафа 2 пропустил, оказывается, вот он первый. И слева, кстати, справа второй, оказывается. Можно было будем сам еще 2 карточки получить. Теперь уже это и смогу сделать. Привет, Гарри, я приготовил тебе сюрприз. Расставь все котелки по местам при помощи джина за то время, что дано. Если ты поставишь их в угол, приходи ко мне, удачи! Довольно просто. Это так же, как в прошлый раз было. Так, только что придется по-быстрому все делать. Липендо! Липендо! Успеем. Липендо! Всего-то здесь. Блин, успеем, сейчас не прыгнемся. Так, и последний.
все. О, отлично, Гарри, ты расставил все котелки по своим местам. За это награда, карточка известных ведьм и магов. Так, ну давай, сейчас мы прочитаем сразу же очередную карточку по, наверное, уже 12-ю. Так, посмотрим, кто у нас там. В этот раз-то. Боумен Райт, 1492-1560. Известен тем, что создал золотой снич. Хм. Все, хорошо. Так, нового персонажа узнали. И с Арены, и Гарри Поттера. И теперь за другой сходим. Карточкой. Там, думаю, тоже будет такой же, наверное. Такая же головоломка. Может быть, котелки расставить по своим местам. Привет, Гарри, я приготовил тебе сюрприз. Расставь все котелки по местам при помощи джина за то время, что дано. Если ты поставишь их в угол, приходи ко мне, удачи. Ну, это предсказуемо, ладно. Что ж, сейчас мы все это сделаем. Так, так, куда будет поставить? Так, а если... И нет, это, наверное, не получится, блин. Ох. Так, я уже, кажется, про это парафакту. А, блин. Блин, мне уже кажется. Ну, мне надо с самого начала начинать, потому что я уже. Его теперь не вытащу. Блин, зараза, он не сдвигается. Все, тупик. Ладно. Сейчас немножко посмотрим-ка. Ну да, это тут как раз нужно было там. Ладно, теперь понятно, что делать. В этот раз уже не получится из одного. Ну да, вот так он может сделать. Так, отсюда. Этот красный, этот сюда. Этот нам был вообще тут эту сторону был двигать. Ладно, давай. Мы уже, наверное, не успеем. Что-то в любом случае не получится. Даже бы я торопился. Еще раз попробуем сейчас сделать это. Давай еще раз. О, мне заново расставить все котелки, Гарри? Да, давай, пожалуйста. Привет, Гарри, я приготовил тебе сюрприз. Ясно, понял, все, понял, спасибо. Все ясно. Ой. Так. Двигаться, кашон. Давай, двигайся. Так, один готов. Так, это потихоньку. Так. Давай. Есть. Так, давай-ка. О, блин, блин, нет, 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 нет. Блин, да нет. Блин, да. Эй, чё? Чё, снова же я туда воздвинул, блин. Мимо промазал. Да чтоб тебя. Блин, ничего, меня уже не сдвинешь, что ли? Эй. Да, блин, зараза, теперь ни хрена не сдвинешь. Да чтоб тебя, идея. Второй раз ещё на ошибку допустил. Не туда воздвинул. Давай еще раз. О! Блин, да, нет. Чтоб тебя, Дери. Ну, давай, блин. Давай, заходи обратно. Еще раз. Что-то не хотел выходить вообще-то. Поторопился. Привет, Гарри. Давай. Если ты поставишь... Ага, ясно, все понятно. Я уже все понял. Так, не будем торопиться. Успеем. Так, один готов. Flipendo.
Так. Теперь мне надо этот как-нибудь сдвинуть просто. Так, сюда. И давай, двигайся. Или прицепься. Давай-ка. Так, и последний. Давай-давай-давай, двигайся. Все. Фух. О, отлично, Гарри. Ты расставил все котелки по своим местам. За это награда. Карточка известных ведьм и магов. Так, теперь уже 13-я карточка. И осталось 4 найти. Посмотрим, естественно. Кассандра Воблацки, 1894-1997. Известная провидица и автор «Раскрытия будущего». Угу, все. Кассандра Блаватски, так что было написано. Так, 13 карточек, отлично. Все, осталось еще 4 найти. Вот как раз они здесь, в общем-то, и находится. Одна, в общем, здесь была, другая здесь наверху. Там еще она. Не знаю, конечно, в том еще коридоре подвале, может, еще какие-то карточки есть, которые тоже мог пропустить. По-моему, там никаких шкафов, никаких проходов не было. Мы сейчас, конечно, зайдем к одному месту, сохранимся. А, и, в общем, так. Где у нас сохранение-то было? По-моему, где-то здесь. Вот он, сохранение. Так, сейчас сохранюсь-ка на этом месте, и мы снова немножко пока пристановимся. Пристановим запись, в общем, пристановлю запись. В общем, увидимся как раз в новом месте, новом интересном месте, где я покажу, когда, в общем-то, разберусь, снова найду, в общем-то, эти карточки. Хотя можно, конечно, их и по время записи искать, но мне слишком много времени займет, наверное. Слишком много записи, это памяти будет занимать. Именно сейчас пока не так много, не прям так много памяти, чтобы ее тратить на... В общем, пока что, в общем-то, пристановим на этом моменте бонусное видео. Продолжим уже дальше, на, в общем, другом интересном месте. А, я, в общем-то, еще покажу. Просто пока полазю, поищу, потом, в общем-то, и снова где-то, в общем, потом начну более... В общем, не в самом близком месте к этим карточкам. Снова покажу, в общем-то, приблизительный путь до них, как, в общем-то, их искал. А, в общем, у нас осталось 4 еще карточки найти. В общем, бонусное видео у нас по игре по Гарри Поттеру и Философский камень PlayStation 1 версия продолжается. Переходим к следующему интересному моменту. Бонусное, в общем, поехали дальше. Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом не только». Это у нас продолжение бонусного видео по игре Гарри Поттер и Философский камень PlayStation 1 версия. Продолжаем собирать карточки пропущенные. До этого я уже показал так-то последнюю тайную комнату, где мы получили, в общем, интересный предмет. Один из четырех. Пароль, который мы получили, когда собрали красные бобы и отдали их Фреду Джорджу. Потом также я показал еще, по-моему, где-то еще 5 карточек, или нет, или 4. 9, к финалу, точнее, уже к финалу прохождения сюжетки данной игры. Я собрал все 9, собрал, в общем, 9 карточек, по-моему, или 8 уже, точно не помню. Я, в общем, остальные так-то, и как раз вот 4, по-моему, да, точно, 4 карточки уже показал. В этом бонусное видео записал уже. И как там я проходил те вот мини-игры, которые нужно было пройти, чтобы получить эти карточки. Показал, в общем, где... Показал тем самым те места, где-то те тайные проходы, где вот карточки у нас находятся, в том числе. Мы переходим к последним 4 карточкам. Для этого мне, конечно, пришлось игру заново перепройти, чтобы показать эти 4 карточки, так как они... Оказывается, их нужно побирать во время прохождения сюжетных миссий, важных миссий, а не просто там исследования замка или там окрестности его.
в тех местах, где мы проходим сюжет, в других местах, в которых мы, точнее, в которые мы не можем попасть после уже ближе к концу игры, а я остальные карточки-то до этого карточки показывал и, в общем, их искал как раз вот перед финальной миссией, там просто сохранение запустил. И, в общем, из-за этого пришлось тем самым эту игру еще раз перепройти. Сейчас мы пройдем еще раз три мини-игры, эти вот с вагонеткой банки Гринготс, где мы там забирали, в общем, это добывали монетки, в том числе эти камешки драгоценные собирали. Нужно будет сделать, чтобы получить как раз эти три карточки из четырех оставшихся. Хочешь получить несколько, если ты намерен. Ну, поторопись. Ладно, быстренько соберем сейчас. Так. О, блин, да. Поехали, что ли? К вагонетке. Ох, как будет сложно пройти этот уровень. Надо там будет явно собрать все драгоценные камешки, которые есть на в этом уровне. В каждом из трех нужно забирать все эти все камешки драгоценные, чтобы получить карточки. Без них никак. Добрый день, повара. Кнопка. Да я знаю. Будь осторожен. В этой шах. Собери-ка. Все ясно. Будем стараться, как можем. Так, тормозим. Ага. Так. Блин, да. Эх, чертые монетки. Не все собрал. Эх, уже пустил момент. Блин. Как раз когда появляется сверху камешек, нужно как раз вот все монетки вверху это собирать здесь в этом месте. Оказывается-то я тупо место пропустил почему-то. Черт, теперь уже, наверное, не получится все это сделать. Ладно, теряем монеты, резаемся. Так уже пофигу на это. И смысла уже нет, камешки нужно собирать было. Чтобы карточки все эти черты собрать. Так. Там быстренько проедем тут уровень еще раз. Да, камешки появляются. В общем-то, вам место. Два еще места нужно пройти, чтобы. В двух местах нужно будет еще было собрать эти чертовы монетки, чтобы получить эти камешки. Точнее, они появились бы. Так, ну только сейчас монеты собирать не надо. Монет не надо собирать, я не хочу. Хочу еще раз пройти. Хотя можно было все равно пройти туда еще раз-то. Ладно, что-то я. Ладно, давай еще раз пройдем. О, тебе придется Да, все понял. Вперед, вперед, давай, вперед, поехали. Еще раз попытка, мне хочется все-таки собрать эти камешки все. Будет несложно, конечно, но нет, ну, как бы реально, по-моему, правильно собрать, только надо будет вовремя нажимать какое-то, вовремя занимать определенную позицию, чтобы... Так, тихо-тихо. Так, ага, ясно. Блин, да. Слишком сильно раскрутился, зараза. Ай. Слишком сильно, блин, раскрутился. Надо когда было все-таки. А вот эти, блин, монеты так. Надо в горе в один момент поворачиваться. Давай я отстреляю монеты, мне как-то уже все равно. Я, блин, камешки все не собрал, зараза. И тогда просто их собрал. Да уж. Ладненько, давайте. Поехали по-быстрому. Да, не все камешки собрал. Все. Давай еще раз. Покатаемся. Давай еще раз. Еще раз надо. О, тебе придется запомнить.
Так, ладно, сосредоточимся. Так, поехали. Черт, не дери. Давай. А, да что ты раскручиваешься слабо-то? Зараза, не получилось уже снова. Да что ж такое-то? Зараза. Неудобно, конечно, надо. Ну да, здесь нужно все быстро раскручиваться. Тебе придется запомнить. Черт, давай еще раз. Чтоб мне наконец-то получилось то место пройти. Не раскрутил, зараза, да что ж так? Поднимется монеты, конечно. О, собрали. Зараза. Так просто. Вот, 40. Чуть-чуть все-таки не собрал. Ладно, что пройдем все равно. Еще раз попробуем все рубинчики собрать. Поздравляю, мистер Поттер, ты хочешь попробовать еще? Давай еще раз. Мне нужно рубинчики собрать. Давай еще. Есть! Есть! Ес! Получилось! Сейчас там главное в этом месте вот здесь все удачно пошло. Держим на навесе, держим кнопку X. Ну, на жестике PlayStation 1, конечно, придумывается не другая кнопка. Циферка обозначается. Целый пять точности получится. Все кристаллы мы соберем точно. Наконец-то. Да, берем монетки все эти вот. Снова открываются кристаллы. Точнее, перед нашим глазом появляются.
Если мы монетки не заберем, хоть одну монетку не заберем из этих вот, то кристалл не появится вот в этом месте. Отлично, все. Еще 5 кристаллов собрали. Собрали еще 5 кристаллов таким образом. Все. Фух. Замечательно, ты награждаешься бонусом. Спасибо. Получаем карточку, если получим. Очередную. Наконец-то. Это радует. Вот она и карточка. Ну да. Так, посмотрим, кто у нас там. Вообще информация о каком персонаже из вселенной Гарри Поттера. Игнатия Уайлдсмит, 1227-1320. Ведьма, создавшая порошок Чхи. Чхи, будь здорова. Уходим. Ну, в общем, понятно. Я типа, так-то, в общем, разобрался, я понял в итоге, каким образом можно найти последние три карточки. Точнее, три карточки нужно получить, будет следующие. 14, 15 и 16. Чтобы их получить, нужно пройти вот как раз вот эти вот мини-игры, вагонетки сюжетные. Там нужно собирать монетки для прохождения сюжета в дальнейшем. И плюс ко всему еще нужно собирать драгоценные камни. Все камни. Чтобы они при этом еще они не стараются. Они при этом все эти камни они не появляются в зависимости от условий, выполненные условия или нет. Для этого нужно. Там едешь в вагонетке, появляется вверху в левом и верхнем углу экранчика появляется этот изображение этого как раз камешка. То есть в этот момент нужно собрать все. В этот момент нужно таким образом собрать все монетки, и тогда появятся эти камешки. Первая, в общем-то, порция камешков. Мы их тоже собираем все, потом снова ждем момент, когда появится вверху, в левом верхнем углу экрана, тоже значок этот. Камни изображения, и снова нужно монеты все собрать перед этим, точнее, которые появятся после этого. И тогда уже снова появится камни, очередная порция. И вот таким образом, в общем, поочередно все это делаем, и собираем все камешки в этом. Как раз в мини-игре мы собрать должны 65 камней драгоценных, чтобы получить карточку в качестве бонуса. Вот так вот. Пойду-ка я все-таки сохранюсь туда, что ли? Да, мы тогда продолжим, думаю, собирать эти камни. Уже оставляешь аллею Диагон Поттер на... Нет, вообще-то я ненадолго. Сохранюсь пойду, чтобы потом заново эту первую мини-игру не проходить, а то... И так, блин, намаялся. Сколько времени пришлось потратить, чтобы пройти эту, наконец-то, мини-игру. Слава богу, сохраниться можно неподалеку, в любой момент. Так, отлично, перезапись. Так. Фух. Привет! Интересно, вот в этой шахте. Будь осторожен, помни по успеха. Так, ну в общем, всем привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение бонусного видео по игре «Гарри Поттер и Философский камень» PlayStation 1 версии. В этот раз мы стараемся получить карточку уже 15-ю в общей сумме и, в общем-то, одну из трех последних пропущенных при прохождении. И также, чтобы получить эти карточки, нужно нам будет проехать, в общем-то, на вагонетке, пройти мини-игру, плюс к всему сюжетную, и собрать все камешки драгоценные, которые попадутся на пути нам. Надеюсь, конечно, получится с первого раза. Поехали. Монетки можно собирать. Да, блин. На камешки. Не получилось. Первый раз.
Блин, там просто было ровно держаться. А здесь начинает. Я ждал более удачных результатов. Запомни, влево. Давай ищем-то. Значит, нужно было в 4 местах собрать монеты. Монетки и еще камешки. Запомни, кстати. Да. Опять, да, монетки. Качаться не получилось нормально. Было раньше. Так. Поздравляю, мистер Поттер, ты прошел уровень. Попробуешь еще? Угу. Еще раз. Так, давай еще раз, еще раз. Надо будет освоиться. Thank you.
Поздравляю, мистер Пот. Опробуешь, возвращайся в банк через эту дверь. Привет! Интересно, в этой шахте. Будь осторожен, помни по успеха. Мистер Поттер, я могу сказать, я поражен. За всю свою жизнь я никогда такого не видел. Да неужели? Посмотрим, естественно, карточку. Фух. Берти Бот, 1935. Изобретатель ароматных бобов Берти Ботта. Случай мне те бобы, которые мы собираем на протяжении всей игры, там красные, желтые, зеленые, синие. Наверное, они. Он, наверное, как раз их изобрел. Берти Бот. Так, ну получаем таким образом 15-ю предпоследнюю карточку пропущенную. Фух, надо бы сейчас сохраниться. Так, сходить бы тогда, что ли? По-быстрому, давай. Гарри, лезь. Сейчас мы сохранимся, чтобы потом все это заново не перепроходить. Блин, ну это, конечно, было очень сложно пройти. Я 100 попыток там перепробовал, перепрошел. В общем-то, сколько совершил попыток, неудачно, что написать слова уже сложно. Оставляешь? Да нет, не оставляю, погодите. 100 попыток, в общем-то, совершил. Неудачных, чтобы получить эту карточку и пройти эту чертову мини-игру на вагонетке, что слова мне описать, наверное. Но мы, в общем, получилось. Осталось только последнюю. Самую сложную мини-игру пройти, и там уже останется, в общем-то, довольно простую карточку получить в одном месте. Только лишь нужно будет наверх в одном месте посмотреть и, в общем, стрельнуть из палочки в эту карточку. Чтобы она не спустилась. Так, погоди-ка, проверь-ка еще раз. Я точно, блин, сохранился? В всякий случай.
Мне не хочется потом заново все это. Да, 72%. Так, перезаписать. Все нормально, спасибо. Ох, черт, весело было, конечно, еще как. Так, ну... Пошли тут другую карточку, что ли. Попробуем просто проверим, что там себе представляет это место. Как там, какие камушки нужно собрать. Вон сюда. Если не ошибаюсь. Замечательно. Если я хоть... Давай. А, знаменитый мистер Сегоп, управлять вот кнопка. Будь осторожен, в этой шахте. Ясно. Да, похоже, это не так. Не забывай на... Так. Вторая попытка. Так, сюда.
похоже, ты не так... Не забывай... Похоже, это не... Не забывай наш... Ладно, все, теперь понятно, что делать. Все довольно просто, оказывается. Кушаем понятно, куда нужно поворачивать, чтобы собирать эти кристаллы, четыре монеты. Thank you.
Отлично, мистер, попробуешь еще? Еще попробуем, давай. Последнюю попытку, надеюсь, получится. Ай, так. Отлично, мистер Поттер, ты собрал все монеты Галлион. Попробуешь еще? А что, кристалл не все собрал, что ли? Я не понимаю, как тут. Я, по-моему, все алмазы собрал, что ведь. 64. Что, одного не хватает, что ли? Ты можешь вернуться в... Не понял, карточку там что, не получили, что ли? Чуть-чуть них... Я же, по-моему, там все уже собрал. Как ты понять можешь? Блин, что-то я профукал точно. Thank you.
О, господи, я даже не знаю, что сказать, мистер Поттер. Я еще не видел того, кто так хорошо управляет вагонеткой. Да, похоже, это не такой уж и ас. Не забывай... Есть шаг 5, есть, надо тут монет собрать больше. Есть, все. Хочу карточку на скармане точно. Это что назад. Можно волноваться. Все. О, господи, я даже не знаю, что сказать, мистер Поттер. Я еще не видел того, кто так хорошо управляет вагонеткой. Отлично, мистер Поттер, ты собрал все монеты Галеон. Попробуешь еще? Ну, как бы должен получить карточку, нет? 65-то ведь их собрал. Почему-то да, нет, ну, того нет. Ты можешь вернуться в главное фойе через эту дверь. Как бы карточку мы должны получить, 65 же. Рубин, там больше, по-моему, рубинов не было. Я в прошлый раз собрал 64, уже 65. Да, отлично, получаем карточку. Фух, все. Черная карточка у нас в кармане. Посмотрим ее. Хельга Хафлпафф. Дата рождения неизвестна. Основатель школы Хогвартс. В ее честь назван один из четырех факультетов. Спасибо за информацию. Все, теперь, в общем, осталась только одна карточка. Получить ее. Но это все потом. 16 карточек, отлично. 16 и 17 мы получили таким образом. Так, ну тут теперь пора сюда выбираться отсюда. Из этого банка. Все монеты мы раздобыли. Ну, это, конечно, мы так тоже все это показывал во время сюжетного, во время прохождения сюжетной линии. Только что показал, что можно получить как раз таким образом карточки. Если пройти вот эти вот мини-игры. Если пройти мини-игры с вагонетками. Ты уже нашел все три монет? Если пройти тем самым три вот игры. Ой, если пройти таким образом три мини-игры с вагонетками и собрать там все, в общем-то, эти камешки драгоценные, то можно тем самым получить за каждую мини-игру пройден таким образом на наилучший результат. И монетки там соберем все, и камешки. В итоге получаем вот эти вот как раз три карточки. По очереди одну, потом вторую, потом третью. С прохождением как раз трех сюжетных этих вот мини-игр. Так, ну тогда, думаю, сейчас сохраниться стоит все-таки. Так, отличненько, спасибо. Так, сохранимся. Так, все, фух. Может, вернее, ловаться. Слава богу, если
эти карточки. Блин, нашел и сохранил, записал, в общем, все это и... Да, сохранил 74%. Теперь, в общем-то, осталось только получить... осталось, в общем, получить тем самым еще три... Ой, еще одну карточку последнюю, видно. 16, в общем-то, 16 карточек найдено из 17, она осталась найти. Со всеми бобами я тоже разобрался. В общем, во время прохождения собрал все бобы. И красные, зеленые, и желтые, и синие. Три из четырех комнат тайных нашел. Открыл их. Там, в общем, там получили полезные предметы. Это, в общем, у нас были... Это метла, защита и карточка еще, плюс ко всему. Ну и, в общем, бонусное видео также показал и четвертую тайную комнату, пропущенную во время прохождения, точнее, которую я не успел, в общем-то, открыть. Там получили дополнительное такое, в общем-то, усиление для этого. Усиление для магии, то есть там для палочки, как это называется, он в русском переводе почему-то назвали его джин, что-то такое вроде джин называется. Это как раз вот мощное усиление этого джина мы этим самым там получили. Ну что ж, тогда на этом месте я пока прерываюсь, увидимся более, в общем-то, в следующем интересном моменте, бонусном видео по игре «Гарри Поттер и Философский камень» PlayStation 1 версия, а именно, где, в общем, в том месте, где мы получим последнюю 17-ю карточку данной версии игры. На этом все. В общем, переходим к следующему интересному моменту. Поехали дальше. Привет. С вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и не только». Это у нас продолжение бонусного видео по игре «Гарри Поттер и Философский камень» PlayStation 1 версия. Первое продолжение, первая часть будет. Ну, так-то я уже, думаю, определил, что будет две части всего бонусного видео по данной игре. Первую часть мы найдем. В первой части, точнее, покажу последнюю тайную комнату. Открою ее там при помощи пароля, который мы получили, когда собрали, во-первых, красные бобы и отдали их все 100%, все 100 бобов отдали Фреду Джорджу. Получили пароль, в общем-то, но я в итоге в прохождении этот тайный пароль не использовал. Ту тайную комнату, в общем-то, не нашел, не успел. Случайно, в общем, зашел в эту локацию сюжетной миссии. Я назад уже, наверное, не смог вернуться. В общем, покажу это. Потом еще покажу все пропущенные карточки, в том числе коллекционные. Их всего 17 штук. Всего нашел прохождение их 9, по-моему, штук. И тем самым покажу оставшиеся 8 карточек. И в данный момент, ну да, и в второй части потом там будет, второй части уже бонусное видео будет, в общем-то, рассказана мной информация о персонажах всех в данной игре, о биографиях, и в том числе информация о всех врагах и о всех там злодеях, боссах, в общем, да, вот так вот. И в том числе в конце впечатление от прохождения данной игры, ну и моя, в общем-то, оценка данной игре, геймерская, субъективная, и в том числе мнение по данной игре. Вышедший уже где-то, наверное, 19 лет назад. То ли, или, может, даже нет. Наверное, меньше даже. Все-таки 19 лет вряд ли. Хотя я точно не помню. Не знаю точно, когда игра вышла вообще. Давно, ну, в общем, да, очень давно вышла. А видно все-таки по графике. Да и PlayStation 1 вышла в свое время. Ну, наверное, почти что, наверное. Ну, через сколько-то лет после, наверное, выхода. Мне кажется, резидентов этих вот на PlayStation. Наверное, не знаю точно, не буду об этом говорить. Ладно, в общем, так-то я уже показал в этой первой части бонусного видео красотайную ту комнату, о которой говорил, потом 7 из 8 пропущенных карточек, ну и переходим теперь уже к последней 8 карточке, которую я, оказывается, пропустил, довольно легко пропустил, могу даже прохождение найти новый, слишком был невнимателен в то время. В общем, как помнится, там мы побывали после до этого банги Гринкотс, там собирали все эти монеты, потом собирали всякие перья там и там подобные вещи для Хагрида, левого дополнительного дракона, что-то там такое делали. И как раз вот предыдущие три карточки мы получили, пройдя как раз мини-игры на вагонетках банги Гринкотс, собрав там все эти драгоценные камни. Все это как раз ранее вы увидите в этой части. И последнюю карточку, оказывается, я пропустил как раз после всех этих вот миссий, вот Банги Гринготс там, и какой там улица, не знаю, косой или какой там переулок, или вообще какая улица-то, в Лондоне там побывали.
в том числе Олли Вандерса, этого, который палочку он там Гарри Поттер получил, как помнится, в книге или там, или в том же фильме, если смотреть. Вот, и после этого начинается миссия, сюжетная миссия в темном таком лесу ночном, где, как помнится, Гарри, Рон, Гермиона, Малфой и этот Хагрид искали этого раненого единорога искали. Точнее, ну да, раненого единорога искали. После того, это было, в общем-то, вроде такого наказания этому Гарри, Рону и Гермионе и Малфою за то, что они там гуляли ночью вне замка, не, в общем-то, вне этого, не школы. Они спали. И, как помнится, это по книге или по фильму, неважно. В общем, как раз вот в этом лесу, как раз вот мы можем найти тем самым эту карточку последнюю. Там, помнится, там мы сражались, там, в общем, помнится, мы сражаемся всякими там черепашками, стреляющими огнем. И когда вот мы встречаем третью черепашку, убиваем эту черепашку. Ну, опасная довольно черепашка такая. Не ниндзя, конечно, черепашка. Не черепашка ниндзя, это ж точно. И, в общем, эту мы черепашку с ней сбираемся. Тем самым, после смерти ее остается такой след. Проход такой. Сюда заходим, тем самым там, по-моему, повстречаем этого красоту Хагрида. Он нам что-то говорит. И мы идем как раз дальше в этот проход. И вот здесь, в общем-то, есть такой вот небольшой такой, видно, такая это, ну, открытая площадка. И здесь вот видно слева два баба красных и справа два баба красных. И как видно, вот прямо наверху, вот наверху как раз эта карточка лежит. Точнее, висит карточка. Коллекционная последняя, 17-я. Стреляем по ней. Она спускается прямо к нам вниз. Прямо в руки Гарри Поттера. Посмотрим эту карточку. Что она там за персонаж? Интересный маг-волшебница. Равена Ровенклоу. Дата рождения неизвестна. Основатель школы Хогвартс. В ее честь назван один из четырех факультетов. Так, все, ну понятно, это один из четырех этих вот этих. Сейчас еще раз. Давай загружайся. Это, в общем, у нас один из четырех. Это у нас один из четырех этих волшебников, магов, которые основали школу. Там Слизерин, Годрик Гриффиндор, Салазар Слизерин, вот эти вот Равенклоу, как там ее, Равена Равенклоу, еще кто-то там, Пуффендуй, что ли, или как там ее сейчас вот здесь в этой игре, как ее назвали, там фамилию, то у нее по-другому, по-моему, называется как-то. Так-то, по-моему, смотреть-то, согласно русскому переводу, четыре рода называются Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Коктевран. А здесь почему-то какая-то Равенклоу какая-то еще, и еще какая-то там четвертая игра. Ну, Слизерин и Гриффиндор, они также называются, вот. В этой же в игре, как и в русской озвучке фильма, но и в том числе книги. А здесь другие два рода, основательницы этих родов, они почему-то по-другому называются, не Пуффендуй и Коктевран фамилия, а вот другие, Равенклоу еще какая-то там, забыл точно. Ладно. В общем, таким образом мы собрали, видно как раз вверху, 17 из 17 карточек, то есть все карточки мы тем самым забрали, все 17 штук, тем самым я их всех показал, 9 штук во время прохождения, остальные 8 пропущенных я тем самым показал бонусное видео в этой как раз вот первой части. Так-то первую часть можно на этом заканчивать, бонусное видео по игре Гарри Поттер и Философский камень. В следующей части уже будет другая интересная информация по данной игре, а именно, это у нас будет, во-первых, информация о персонажах всех в данной игре, только в этой игре, которые встречаются, не вообще всех персонажей в данной вселенной, там, книг и фильмов, и других игр, естественно, а именно тех персонажей, которые встречаются именно только в этой игре. Потом также о злодеях, там, о врагах в этой игре информации, ну и впечатления от прохождения данной игры, которую я игру в первый раз прохожу, еще раз скажу. В общем, новинка для меня эта игра будет. Хотя, конечно, такие бывают игроки, конечно, то, как вам я, которые, думаю, первый раз эту игру сыграют, и впервые, в общем-то, не узнают. До этого, в общем, и не знали. Но со время, когда игра вышла, я, в общем-то, ее не смог поиграть. Нет, не было возможности. Да, потом, в общем-то, про другие игры, в общем, больше узнал, чем про эту. Тогда я сильно, конечно, увлекался. Книги те же вот по Гарри Поттеру читал, и
потом все фильмы посмотрел. Вот. Теперь уже перейдем к играм. Ладно, в общем, второй части будет как раз в том числе и впечатление прохождения игры, ну и моя геймерская оценка данной игре и мнение об этой игре. Как я делал по Resident Evil Gun Survival и Resident Evil 3 Nemesis, бонусное видео. В общем, на этом все. Увидимся. На этом заканчиваю за первую часть бонусного видео. Увидимся во второй части бонусного видео, где будет еще кое-что интересное по данной игре. На этом все. В общем, поехали. Переходим к следующему интересному моменту. Поехали дальше.